Всего нелепее было бы в отношении яств воздерживаться и от позволенной пищи, а глазами пожирать и то, что запрещено. Ты не ешь мясо? Не вкушай же и глазами нескромности. Святитель Иоанн Златоуст. Сколько вредно невоздержание, столько вреден или еще более неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от малоедения, не позволяет совершать молитв в должном количестве и с должной силою. Святитель Игнатий Брянчанинов. Не держи в сердце своем злобы ни на кого, иначе труды твои будут тщетны и суетны. Преподобный Авва Исаия, отшельник.